Прилепится на каждого противника. Отлично, теперь атакуй. Так. Так, теперь атакуй. Удерживаем правую и левую кнопку мыши, стреляй из оружия. У каждого робота есть особый навык. Активируй навык этого робота ускорение Space, чтобы повысить его скорость. Иди на указанное указатель следующей цели. Вражеский робот захватил контрольную точку. Устрани его и захвати точку обратно. Шкала показывает количество зарядов в обойме. Внимательно следи за ней. Нажми Q. Иди вперед. Так, иди вперед V и захвати контрольную точку. Ты находишься в радиусе захвата. Удерживай позицию, пока точка не перейдет под твой контроль. За участие в боях ты получаешь опыт. Зарабатывай как можно больше опыта, чтобы открывать новых мехов и оружия. Получай победные очки за победу в боях и обменивай их на золотые контейнеры с целыми ценными наградами. Чем лучше ты проявишь себя в сражениях, тем больше боевых очков заработаешь. Понятно? Используй их, чтобы открывать серебряные контейнеры с крутыми наградами. Одни крутые, а другие ценные. Надо ж, как все сложно. Перейди на шкалу процесса, чтобы посмотреть открытых мехов и оружия.
тебе открылись новые приметы, теперь ты можешь их посмотреть. Нажми подробнее, чтобы узнать о нем больше. А мне не нужно. И покупать не нужно. Согласен. Так. Продолжить. Вернись в ангар, чтобы перейти к новому меху. Господи. Добавить. Расход энергии показывает, сколько энергии потребуется. Потребляет все установленное оружие. Расход не должен превышать лимит энергии меха, поэтому важно уметь грамотно подбирать оружие. Ну что, приступим. Установим новое оружие. Ты можешь установить до 2 единиц оружия, каждый из которых можно улучшить, чтобы оно наносило больше урона. Установить. Контейнеры содержат предметы для получения мехов и оружия. Это твой первый серебряный контейнер. Давай посмотрим, что там. Ты
решение оракула и кредиты. У тебя достаточно чертежей для улучшения робота-оракула. Вперед. Зарабатывай боевые и победные очки, а затем используй их, чтобы открывать серебряные и золотые контейнеры. Количество очков, которые можно заработать за короткое время, ограничено. Достигнув лимита, подожди, пока он спросится, или спроси его за акоины.
не выполнена. Тебя ждет награда. Также будешь получать награды за каждый день в игре. Нажми кнопку, чтобы посмотреть. Игроки получают награды новичка в течение первых 7 дней в игре. После этого им становятся доступны ежедневные награды. Заходи в игру регулярно и получай максимум призов. Твое обучение подошло к концу. Теперь отправляйся на арену и покажи остальным, как нужно воевать. Ура! Все. На этой оптимистической ноте. А вот еще. Спасибо за внимание. До новых встреч в эфире.